Здравствуйте, моя хорошая. Наступили холода и хочется себя побаловать вкусной, ароматной и легкой выпечкой. В видео предлагаю вам приготовить со мной очень вкусный, легкий, ароматный ананасовый пирог с карамелью. Для приготовления вам понадобится 1 баночка ананасов, 1 чайная ложка рома, дрожжи, 3 яйца, 150 граммов масла, 150 граммов муки, 30 граммов воды, 150 граммов сахара для теста и 100 граммов сахара для карамели. Берем маленькую сковороду, насыпаем 100 граммов сахара и заливаем 30 граммов воды. Оставляем на медленном огне до получения карамели. В миску добавляем 150 граммов масла, засыпаем 150 граммов сахара и хорошенько взбиваем. Добавляем 3 яйца, 150 граммов муки, дрожжи, 1 чайную ложку рома для аромата. Все это взбиваем. И пока мы готовили тесто, у нас уже готова наша карамель. Берем формочку для запекания, выливаем туда карамель. На карамель выкладываем дольки ананасов и все это заливаем нашим тестом. Разогреваем духовку на 180 градусов, отправляем форму на 30 минут в духовку. И вуаля! Через 30 минут на вашем столе уже ароматный, легкий и вкусно-вкусный ананасовый пирог с карамелью. Всем приятного аппетита! Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить пальчики вверх, оставлять мне комментарии и, конечно же, подписываться на канал. Всех целую и пока-пока!